ценные уроки и поучительные моменты из смены Кибли. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Лайса аль-бирра ан туваллу вуджухакум кибля аль-машриқи валь-магриб, валякинна аль-бирра ман амана биллахи валь-яуми аль-ахири валь-малаикати валь-китаби валь-набийин». وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовали его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закат, соблюдал договоры после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. 42 аят 177. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотовариша. И свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, если мы станем считать Божьи милости и божественные благословения, которые Всевышний Аллах дарует общине Мухаммада в месяц Шабан, то мы не сможем сосчитать их. Одно из самых великих событий, которые мы отмечаем в месяц Шабан, является изменение направления Кибли из мечети Аль-Акса в Иерусалиме в запретную мечеть в Мекке. Это одно из важнейших событий в нашей исламской истории. Такое событие произошло сразу же после того, как Всевышний Аллах ответил на пожелание своего возлюбленного пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и достиг его надежды на смену направления во время намаза в сторону досточимой Кабы, которая была киблой для киблой его праотца Ибрахима, мир ему. До переселения из Мекки в Медину пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 16 или же 17 месяцев читал намаз, обратившись по приказу своего Господа к Байтул-Макдису. Между тем, пророк, мир ему благословение Аллаха, горел желанием, чтобы откровение было ниспослано ему с повелением обращаться к священной Каабе. Так он всем своим сердцем надеялся на Всевышнего Аллаха, обращался к нему с мольбой о своей просьбе и искренне верил, что свой Господь непременно исполнит его надежду. Взаправду Всевышний Аллах ответил на его мольбу и приказал ему направляться во время совершения молитв в сторону священной Каабы. В этой связи Всевышний Аллах сказал: «Кад нара такаллуба ваджихика фи ссамаи фалануваллиянака кыблатан тардаха фавалли ваджихака шатра аль-масджиди аль-харам». Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и мы обратили тебя к кыбле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их Господа. Не существует никаких сомнений в том, что кто полнее учитывает и глубоко размышляет об изменении Кибли, тот обязательно будет извлекать множество ценных уроков и поучительных моментов из оказанной пророку божественной чести, в том числе, во-первых, возвеличивание Всевышним Аллахом пророка почетным преимуществом, возвышенной степенью и особо значимым положением. Это явственно отражается в словах Всевышнего Аллаха своему пророку: «Фаланувальянака кыблатан тардаха». «Мы обратим тебя к кыбле, которой ты останешься доволен». 42 аят 144. Это, конечно, служит знаком великой почести
и немаловажного достоинства, что оказал Аллах нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах также сказал: «Валясалфа юутуйка раббука фатарда» – «Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен». Сура Утра, аят 5. Аллах раскрыл своему пророку сердце, сделав его место секретов и знаний, и облегчил ему возникающие при проповеди тяготы, которые ночью давили ему спину. Всевышний говорит: «Алам нашрах лака содрак, ва вадана анка визрак» – «Разве мы не раскрыли твою грудь и не сняли с тебя ношу?» Сура Раскрытие, аяты 1-2. Аллах также простил своему пророку все грехи. Всевышний говорит: «Инна фатахна лака фатха мубина, лиагфира лака Аллаху ма тақаддама мин замбика ва ма таахар, ва ютимма ниаматаху алейка ва яхдияка суратан мустакима». Воистину, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца свою милость к тебе и провел тебя прямым путем. Сура Победа, аяты 1-2. Аллах засвидетельствовал о языке своего пророка, сказав: «Вама янтуку анил хава» – «Он не говорит по прихоти». Сура Звезда, аят 3. Аллах засвидетельствовал о сердце своего пророка, сказав: «Ма кадаба аль-фуаду ма раа» – «И сердце не солгало о том, что он увидел». Сура Звезда, аят 11. Аллах засвидетельствовал о разуме своего пророка, сказав: «Ма далла сахибукум ва ма гава» – «Он не заблудился вас, товарищ, и не сошел с пути». Сура Звезда, аят 2. Аллах засвидетельствовал о зрении своего пророка, сказав: «Ма зага аль-басару ва ма тага» – «Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал». Сура Звезда, аят 17. Аллах засвидетельствовал об учителе своего пророка, сказав: «Аллямаху шадиду л-куа» – «Научили его обладающий могучей силой». Сура Звезда, аят 5. Аллах засвидетельствовал о нраве своего пророка, сказав: «Ва иннака ля аля хулюкин азим» – «Воистину, твой нрав превосходен». Сура Письменный отрост, аят 4. Аллах засвидетельствовал о своем пророке полностью, сказав: «Лакад кана лакум фи расули Аллахи усватун хасана» – «В посланника Аллаха был прекрасный пример для вас». Сура Сумми, аят 21. Во-вторых, необходимость, чтобы исламская община придерживалась терпимого, умеренного подхода. Ведь настоящее событие заложило основы терпимой середины и умеренности данной уммы. Аллах Свят, Он сказал: «Вакадалика джаальнакум умматан васатан литакуну шухадаа аля нас» – «Мы сделали вас общиной придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве». Сура Корова, аят 143. Эта умеренность, чье широкое понятие распространяется на все сферы жизни, без чрезмерности или недостаточности. Она означает справедливость и добро, согласность и баланс. При этом нам же важно вернуться к этой умеренности, которой Всевышний Аллах удостоил нас, и быть умеренными во всех наших делах. Аллах Свят, Он сказал: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا» – «Не позволяй своей руке быть прикованной к шее, и не раскрывай ее во всю длину, а не то сядешь порицаемым и опечаленным». Сура Перенес ночью, аят 29. Всевышний еще сказал: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» – «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями». Сура Развлечения, аят 67. Имам Аль-Аузаи, да смилостивится над ним Аллах, говорит: «Ко всему, что приказывает Аллах Всемогущий, сатана пытается приходить безразлично с одного из двух направлений: чрезмерности или упущения, излишества или послабления. Следовательно,
Мы должны придерживаться подхода терпимости и облегчения и отдалиться от подхода халатности и упущения. Наш ислам – это путь к религиозным, моральным и нравственным обязанностям, без какого-либо фундаментализма или экстремизма. Тем самым, тот факт, что мусульманская община станет свидетелем о других общинах, требует, чтобы она выполняла свои обязанности с целью быть достойной права дать свидетельские показания. Передается со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, в день воскрешения будет призван Нух, и его спросят, довел ли ты, и он скажет да. Потом призовут его народ, и их спросят, довел ли он до вас, они ответят, нет, к нам не приходил увещеватель, к нам не приходил никто. У Нуха спросят, кто засвидетельствует твою правоту, он скажет, Мухаммед и члены его общины. И приведут вас, и вы, мусульмане, засвидетельствуете, что он действительно довел послание Аллаха. И об этом слова Аллаха. И так сделали мы вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. В-третьих, быстрое и положительное реагирование верующих на приказ Всевышнего Аллаха и повеление Его посланника, мир ему и благословение. Ведь настоящее событие служил убедительным подтверждением уверенности сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, во всем, что посланник Аллаха принес им от Всевышнего Аллаха. Поэтому он раскрыл их грудь для истины. Всевышний Аллах говорит, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Мы назначили قِبْلُ, которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Сура Корова, аят 143. Так, сподвижники послужили наиболее прекрасными примерами быстрого положительного реагирования на приказы и повеление Аллаха и посланника. Как только ниспослан божественный приказ повернуться со стороны мечети Аль-Акса в сторону Кабы, они покорно его исполнили, без спора или упрямства. Они даже не дождались завершения молитвы, а повиновались исполнению Божьей воли при совершении раката. Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал, однажды, когда люди совершали утреннюю молитву в мечети Куба, к ним пришел какой-то человек и сказал, поистине, этой ночью Аллах ниспослал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Коран, и велел обратиться лицом в сторону Кабы, так повернитесь же к ней. Они стояли лицом к Шаму и повернулись к Кабе. В-четвертых, важность молитвы и ее высокое положение, а также выявление милости Всевышнего Аллаха в отношении рабов. Священный Коран связал молитву с двумя великими происшествиями, которые являются одними из самых выдающихся событий в истории ислама. Чудо ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада на небеса, вследствие чего Аллах Всевышний свыше семи небес вменил в обязанность намаз, а также события об изменении кыбли. При этом Аллах использовал слово «вера» для выражения намаза. Всевышний сказал وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Аллах никогда не даст пропасть вашей веры. Сура Корова, аят 143. Передается со слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Данный аят ниспослан после того, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал верующим обращаться лицом в сторону Кабы при совершении намаза. Тогда его спросили, о посланник Аллаха, что будет с теми, кто умер при совершении намаза, обратившись лицом в сторону мечети Аль-Акса.
Тогда Аллах Всевышний ниспослал данный аят. Аллах хотел бы успокоить верующих, подтверждая им принятие их намаза, а конец предыдущего аята стал для мусульман прохладой и спасением. Всевышний сказал: «Инна Аллаха биннаси ларауфу рахим». Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. Сура Корова, аят 143. Если Аллах милосерден в отношении всех людей, то как же Он милосерднейший и сострадательнейший относительно всех своих верующих рабов? В-пятых, тесная связь между заповедной мечетью в Мекке и мечетью Аллаха в Иерусалиме. Ведь первым домом поклонения Всевышнему Аллаху на всей земле была заповедная мечеть, а второй мечетью, которая была построена на земле, была мечеть Аллаха. Сообщается, что Абу Дар рассказал следующее. «Однажды я спросил у посланника Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой. Он ответил: запретная мечеть, Аль-Масджид-Аль-Харам. Я спросил, а после нее? Он ответил: отдаленнейшая мечеть, Аль-Масджид-Аль-Акса. Я спросил, а сколько лет прошло между построением одной и другой? Он ответил: 40 лет. После чего добавил: где бы ни застало тебя время молитвы, совершай ее, ибо в этом благо. Кроме того, изменение направления кыбли установило прочную связь между двумя мечетями, так же как и ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада на небеса. Всевышний Аллах говорит в своей священной книге: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Предчистый тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий. Сура «Перенес ночью», аят 1. Поэтому необходимо защищать на их двоих, а не отказаться от них или жалеть каких-либо усилий по поводу их сохранения. Они являются залогом для всех мусульман до конца света, ведь ответственность за них возложена на плечи всех мусульман. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. О мои братья в исламе! Воистину, жизнь пророка, мир ему благословение Аллаха, была положительной на всех ее этапах. Когда ему исполнилось 15 лет, он, да благословит его Аллах и приветствует, принял участие в союзе чести или хилфаль-фудул. Ведь племена курайшитов призвали друг друга заключить союз и собрались в доме Абдуллаха ибн Джудана, чтобы восстановить сообщество Хильфуль-Фудул, которое в прежние времена было создано, чтобы бороться с притеснениями и предательствами. Они заключили союз и закрепили его клятвой о том, чтобы не было в Мекке ни одного притесненного жителя, а также ни одного обиженного человека из числа пришедших в Мекку людей. Посланник Аллаха сказал: «Я присутствовал в доме Абдуллаха ибн Джудана, когда был заключен тот договор, который настолько хороший, что кажется мне лучшим, чем получение в награду стада добрых верблюдов. Если бы меня призвали к такому союзу при исламе, то я бы согласился». А когда ему исполнилось 35 лет, он, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал в восстановлении Каабы, неся камни на свои плечи. Он также положил конец крупному разногласию, которое чуть не разгорелось среди курайшитов, насчет того, кто должен поставить черный камень на место. Он, да благословит его Аллах и приветствует, собственноручно взял камень и установил его в углу Каабы. Все племена остались довольны его решением.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха после послания, стал прекрасным примером положительности, так же, как был прекрасным примером во всем. Он был лучшим, храбрейшим и благороднейшим среди людей. Передается от Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, когда разгоралось сражение, то умекуривалось за посланником Аллаха, и никто из людей не находился так близко к врагам, как он. Кроме того, пророк, мир ему благословение Аллаха, принимал участие вместе со своими сподвижниками в рытье окопов при битве Урва. Пророк, мир ему благословение Аллаха, призвал свою общину быть положительной и предостерегал ее от отрицательности. Он, да благословит его Аллах и приветствует, поведал: «Не будьте приспособленцами, которые говорят, если люди поступят хорошо, мы тоже поступим хорошо. А если они поступят несправедливо, мы тоже поступим несправедливо. Вместо этого приучите себя делать добро людям, если они сделали вам добро. И не отвечайте несправедливостью на несправедливость». Положительность или позитивность – это чувство ответственности у человека перед религией и Родиной. При этом любовь человека к Родине не ограничивается только чувствами, эмоциями и ощущениями, но и она должна быть переведена в поведение и действие. Позитивный человек – это тот, кто взаимодействует с проблемами своего общества, находится под влиянием окружающего его мира и оставляет положительный и полезный отпечаток на делах, которыми он занимается. Нет никаких сомнений в том, что одним из проявлений позитивности является серьезное участие во всем, что могло бы служить обществу и вести к восстановлению государств и обеспечению их безопасности, стабильности и прогресса, будь то посредством обороны и защиты, либо работой, мастерством и совершенством, либо солидарностью и состраданием между сыновьями одной и той же нации, либо серьезным положительным осуществлением всех конституционных и национальных прав с высочайшей степенью честности в предоставлении всего, что способствовало бы повышению значимости нации, так как это диктует национальная свободная совесть каждому честному патриоту. В этой связи великий египетский поэт Ахмад Шавки говорит: «Перед Родиной на шее каждого гражданина причитающихся долгов и обязательств много. О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам следовать за ней. Покажи нам ложь и заблуждение ложью и заблуждением и остерегай нас от них».